Парламент утвердил повышение пенсии для 65 тысяч граждан, достигших пенсионного возраста в 2008-2011 годах. Это предусматривают поправки в бюджет государственного социального страхования на этот год. Согласно документу, с 1 ноября пенсия по возрасту для 58 400 граждан повысится в среднем на 255 леев, а пенсия по инвалидности для 6,5 тысяч – на 274 лея. Для этих целей из госбюджета потребуется дополнительно 33 миллиона леев. Также повышена сумма финансовых ресурсов, предназначенных для выплаты пособий по временной нетрудоспособности и на другие социальные нужды. В то же время сокращена сумма, предназначенная для реализации программ по защите семьи и ребенка. Это объясняется тем, что количество получателей социальной помощи в этой области меньше, чем планировалось изначально. В особенности это касается пособия по отцовству. Также сократилось количество получателей пособия по безработице и инвалидности. Согласно изменениям, доходная часть бюджета государственного социального страхования увеличена почти на 150 миллионов леев – до 17 миллиардов 663 миллионов. А расходная часть установлена в пределах 17 миллиардов 789 миллионов, с превышением расходов над доходами в 126 миллионов леев. По данным Национальной кассы соцстрахования, в Молдове на начало этого года было зарегистрировано чуть более 691 тысячи пенсионеров. Размер средней пенсии – 1300 леев, что ниже прожиточного уровня. Средний размер пенсии по инвалидности еще меньше – 1018 леев. Ее получает около 133 тысяч человек с ограниченными возможностями.